Game on! Всем привет, друзья! С вами ММА. Сегодня я сижу на арабском ММА, чтобы исполнить нереальную вещь. Я не уверен, что она у меня получится. Возможно, эта идея изначально провальна, но в любом случае, не проверив, не узнаем. Так что перед началом обязательно закидывайте лайк, подписывайтесь, если еще не подписаны, и подрубайте код ММА. Ух ты, сколько подарков тут! Спасибо большое, народ, всем, кто поддержит. Я это очень ценю. Скоро, 5 февраля, уже будет второй месяц, как мы делаем марафончик по роликам без остановочки каждый день. Так что сегодня тоже будет годнота. И, как я обещал, на днях уже выпущу вторую часть по скинам. Надо просто чуть заморочиться, как я уже и говорил. Повторюсь, да? Но давайте я вам расскажу, что же я хочу сделать. Для начала, чтобы вам всю историю понять, сейчас покажу картинку. Смотрите, раньше я исполнял вот такие вот вещи, проходил до испытания с ботом, и, по-моему, делал даже это два раза. Не помню, как один, но точно второй был успешный. И сегодня я попробую сделать испу на троих уже с ботами, и будет, так сказать, название на все. Три бота проходит испу, это будет жестко, так что сейчас покажу вам. Ну все, команда ботов собрана, два ботчика и еще третий ботчик я. Вот аккаунты. Все мои, все на моих устройствах. А, стойте, я тут поменяю. Я пойду на кольте. И чисто буду раскрывать карту. Так, везде жмуреди. И погнали. Но между боями буду скипать. Так, тут надо офить сразу. Все, поехали. Так, один у нас челик сразу агрессивно доходит. Так, пошла ульта. Что творит Эмс? Что творит Нави, ММА? Просто чувствуете, да, эту силу? Окей. Едем дальше. Давайте сразу навалимся на мид. Погнали, погнали, ребяточки. Так. Ой. Раскроем побольше. Потому что у них там фрэнкич. Хорош, как же он ультует. Что творят эти боты? 6-0 забираем просто же. Старплеер. Так, окей. Опаем. Все. Эй, тут не опнулся. Не та кнопка. Все, погнали. Я даже придумал девиз. Мы команда, мы боты. Сильные мы типы. Все, погнали. Сразу вот так, вот так, вот так. Я офигею, если они еще трех очков сейчас начнут забивать. Тогда тут же можно третий аккаунт опать. Не, ну народ, если много лайкосиков накидаете, то я придумаю способ, как прям пройти тремя. Что вообще боты были. Ой-ой, что творит киберспорт он. Помогу, помогу, братишка. Все, погнали. Сейчас можем успеть. Блин, кольцо очень не вовремя отъехало. Ладно. Эй, пацаны, хорош! Ё-мо, как они чувствуют? Как же они чувствуют? Вместе просто двигаются, их не остановить. Мне опять... Ой-ой-ой. Я думал, не забью, потому что опять пришлось спешить. Ой, смотрите. Смотрите, он еще и как бы дезморалит их чисто отправляет грустный смайлики, мол. Сорян, братишка, но мы это забираем. Найс, а я чисто бегаю, забиваю голы. Окей, это вторая победочка. И опять, опять старплеер. Нави и мама. Так, стопочка, стопочка, стопочка. Причем даже гляньте на их гиры. Но они постоянно сбиваются, у меня в том числе. И на всех менять это как бы слишком сложно будет. Но даже нам... Это не требуется. Так, залетаем в качку, отправляемся. Все. Все, подключил ботов. Погнали. Поехали, поехали. Че творит он? Он просто все попадает. Смотрите, как мансит в углу. Его просто не могут остановить. Так, МСМ сразу на деф уходит, шарит. Почему она шарит больше, чем мои рандомы, с кем я вчера играл? Не, конечно, вчера хорошие тоже были типы, но не все. Тара была. Ультует в Би, которая в пчелу, да?
который рядом сидит и как бы уже почти забивает. А ультует другого типа, хотел сказать, чуть-чуть по-другому. Все, все, поехали, поехали. Все. Короче, Гейл танкует жестко, берет на себя весь дамаг. Смотрите, скидывает. Мяч скидывает, потом подрубает ульту, не кидает мяч ультой. Вперед куда-то, куда это делают? Гейл, смотрите. Опять скидывает, бум, оттолкнул. Боже, что за киберспорт, ботов. Смотрите. Ой, почти. Так, чела покоцали, все, он сразу отходит, идет хилиться, да? Не лезет на рожон. Он забивает! Он тащит катку. Так, ульта, все, чтобы чисто и запугать. Разменчик пошел, чел оттолкнул одного, другого мы добили. Подбирает мячик, дальше проходит. Гейл перекидывает мячик, проходит дальше и... Если он сейчас бы еще не забил, я бы орал как сумасшедший. Не, ну признаюсь честно, пока еще и соперники особо не сильные, но я бы хотел встретить где-то на последнем этапе, чтобы были прям такие жесткие сыгранные типы, там два танка и так далее. Я специально для них подарочек подготовил. Гейл, Эмс, боты, которые просто по КД тапают, от них не отмонтишь, они просто реагируют на любые движения автоматически. Чел берет мячик, проходит дальше. Прикиньте. Рандомы даже этого не знают, что надо мячик взять и отойти подальше. Сегодня только играл я. Где-то на 500+. Там типа куда умнее должны быть. Ну так они мяч просто не трогали, не поднимали его и так далее. Это снова победа. Мы отправляемся дальше. Я не знаю, что сказать. Блин, тут походу даже можно 3 бота поставить. И то будет легче играть, чем с рандомами. Вот, уже все, опасные пики пошли. Пчелочка там, мета, да, чисто. Ну, сразу размен выходим. Пчелочка там потеет, но сразу на лоу осталось. Мортис газует, минус Мортис. Пчелочка куда-то прет, минус пчелочка. Ярик Про подрубает мишку, но Эмс пофиг, она готова танковать. Еще один мишка. Ух, если бы он сейчас забил бы, я бы вообще офигел. Ай, опасненько, давайте посмотрим. Просто выходит, подрубает ульту, сносит двоих. Это бот, народ, это не рандом, это бот. Он играет почему-то круче. Ждем, распасовочка. Ждем ульту, пошла ульта, он отталкивает. Дает пространство, чтобы пройти. И мы забиваем, командная работа, ё-моё. Я как будто... У меня такое ощущение, как будто люди не поверят, что это боты. Блин, это опасный мог бы. Ну, почти. Чуть-чуть пинг был, да, у бота. Базара нет. Но все равно достойная, очень достойная игра. Ну, я тоже могу чуть-чуть, да, показать. Дай пасик. Хорош, какой ты гений. Найс. Они поняли, что это боты, и они просто прут. Ай, гаджет там. Блин, только не с ульты. Найс, он. Даже если забивает. Отлично, он не забил вообще. Они, да, поняли, что после гола можно просто подлавливать их на ошибки, потому что боты просто прут. Но... Как же он мансит, он просто по прямой мансит, и челы просто не догадываются, как в них стрелять. Чел сносит одного, второго, идет дальше, берет мяч и почти забивает. Блин, ладно, просто адефаем. Если адефаем, конечно. Просто что творят эти боты? Давай, забей, братишка, по красоте. Отправляйся, Малик чисто троллит. И забивает. Блин, это жесть. Ой, опасный пик. И мы готовы к нему, потому что у нас 2 контры для танка. Останется просто все грамотно сделать. И мы это делаем. И сейчас попробую сразу на 3 выйти, на 3-шечку. Найс. Момент сейчас такой, объясню. Очень интересное наблюдение.
Смотрите, да? Ну, понятное дело, против меня, конечно, не топ-1 там Европы команда играет, но сами понимаете, я с ботами и самый. Прикол в том, что боты делают очевидные вещи, которые хотя бы требуются, хотя бы просто попытаться сделать. Вот тебе, если такого тиммейта даст, который сейчас иногда соперника попадается, ну ты будешь просто с него гореть. С бота хотя бы понимаешь, что это бот и все. То есть, казалось бы, если у тебя нету тиммейтов, почему бы не просто не пойти с ботами, которые идут и забивают? Почему бы досрочно игру завершают? Почему бы не пойти с ними, чем сидеть рандом и мучиться? Если у тебя есть 3 аккаунта и там любой перс, он сразу будет в испытании максимальным. Просто что-то хорошее собрать, все. Почему бы нет, а? Вот-вот, тоже хороший пик. Ну, то есть, я тебе, походу, с рандомами на твинках не буду играть. О, чел офигел сразу от... ну, блин, меня еще... Все, тут они уже потеют, они уже понимают, что к чему, но сейчас... Давай, сейчас он полетит. Ну, и сейчас раскидает просто. Забивай. Блин, почти. Почти, почти. 3! И он забьет! Нет, не забьет. Там, блин, очень близок был. Ульта! Но это гол, наверное. Не, это не гол. Окей. Пока, пока не включаю ульту. Злится, злится. Чисто отгоняет, чисто пугает его. Ай-яй-яй. Ой, стан, больно. Ух, как М сразу! Тимворк чисто наваливается за братишку отомстить. Смотрите, что бот делает с колетом. Просто разматывает ее. О-о-о, чел, ты не успеешь, это реакция бота. Ты не выстоишь против нее и чел. Блин, найс трай. Найс трай, можно даже боту сказать найс трай. Я не думал, что я могу это сказать боту. Хоть они меня не слышат. Как он пинчит просто со всех сторон. Он всех пинчит. Все, кто подходит, просто сразу попадают. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Почти. Почти. Забивает. Чел в чильте сидит. Его 3 бота побеждают. Ну, я еще 2 бота. Еще раз забивает. Блин, это у нас 6-0. 6-0, народ. Вот спрашивается, смысл мне играть вот на твинках, проходя, да, если там слабые соперники, слабые тиммейты, то просто лучше ботов взять и все пройти. Окей, тоже серьезный пик. Блин, что творит с ними Эмс? Она... А, кстати, картиночка другая отображается. У Эмс показывает, что у нее стоит хил и скорость. А у нее-то дамаг. И у Гейла тоже. Просто как же грамотно они играют. Я не могу. Там типы настоящие игроки просто тильтуют с того, как их боты разматывают. Ай, зарядов нет. Просто, просто разматывает соло даже без меня, без третьего бота. Ладно, мяч откинули, нормально. Сейчас размотаем. Ну, надеюсь, во всякий случай. Блин, достал. Это гол, наверное. Да, это гол. Но есть еще шансы. Мы еще не проиграли. Нормальный такой потик получает. Блин,
Тут появляется Гейл очень вовремя. Ладно, ладно. Есть еще шансы. Блин, жалко, это не трехочковый был. Чел просто на Эмс разозлился, ботик. Ё-моё, я думал, сейчас комбычина будет. Погоди, погоди, так пас. Не, ну народ. Ну, вот часто нельзя сказать, да, что прям, типа, вообще какие-то слабые были. Но мы это из мячи сыграли. Ой-ой-ой. Окей. Продолжаем. Я думаю, что там они терялись из-за того, что... Ну, во-первых, боты не используют гаджеты. Как бы уже чуть-чуть преимущество нечестно есть. Второй момент это то, что у них Эдгар был, который щит юзает. И как бы из-за этого тоже небольшие проблемы были. Не-не-не. Не, блин, он отскочил. Карта тоже проблематичная немножко. Ну чё, все поверили, блин? Дай-дай. Нет! Блин, отлетел в сторону не вовремя. Блин, да как близко! Пипец, они там Брок сожрали за секунду. Чё творят? Они просто закидывают. Еще гол забивают. Блин. Ай-яй-яй. Ульта! Ай, блин, это не Гейл-то был. Ладно, ладно, мы проиграем эту игру, но катка была очень близко, очень потная. Чуть-чуть не хватает. Блин, надо как-то раскрывать. Возможно, я гаджет поменяю. Чем мучится народ? Я просто сейчас поменяю немного нашу тактику. Раз стенок много, то... Блин, правда, прикольно. Нави, мама. Прикольный момент это то, что... Стоило взять Джеки, сразу появляются две контры этому персу. Ну и мяч, ну убегает. Корзинка убегает от меня. Как же вовремя, ё-мо. Ладно, сейчас забьем, нормально. Ну, во всяком случае, попробуем. Ты куда побежал? Окей, 3-0. Еще один гол нужен. Злятся. Бочки. Бочки мои разозлились после той неудачной катки и обидным лузом. Ну, сами понимаете, мы всем типам даем фору, потому что гаджеты не юзаем. Не забивай, трех. Ах ты на ВММА, блин. С черточкой такой. А теперь иди сюда. Ну-ка иди сюда. Куда мячик скидываешь, а? А, на ВММА. Ой-ой, ульта. Найс, найс, какой дамаг жесткий. Какой жесткий дамаг от на ВММА проходит. На ВММА стоит дефи.
дает тычку по мне, нафизил ульту, и это гол! 6-3. Это было жестко, здорово. Че, получается, нам осталось две победочки? Не for MMA. Ютуб Виталь Шар. Погоди. Ах ты, зараза, со своим гаджетом, Арсений! Ну что ты делаешь, Арсений? Хотел на 3 сразу забивать. Ну ладно. Дальше больше. Фу-фу-фу, АДФ. Давайте хильтесь, народ. Найс. По 3 ведем пока. Ой-ой, пошла ульта сразу. Напряди. Так. Аленчик чел убегает, но за тобой идет. Нави ММА, он всех держит. Он просто троих держит. Дай. Блин, мяч скинул, ну ладно. Далеко ты не уйдешь, дай пасик. Или ты в соло решил? Ну, пожанчил чисто. Ну-ка! Залетай, малыш! Все, вот чел... Ай, блин! А как это было? Я не понял. Я не понял, почему ММА дизлайк кидает. Бот. Я не понял, почему я забил. Но, тем не менее, у нас осталась одна игра. И мы сразу на 3 аккаунтах залутаем все награды. Это просто жесть. Все. Все или ничего. Погнали. Что у нас по пику? Ой-ой, жесткий пик. Ну, короче, народ, момент такой. Челы просто в соло убивают всех. Залетает у нас. И еще одно на ульте забить, и все. Типы радуются, когда забивают нам, они злятся. Ну, блин, как реальный. Ой-ой-ой. Стой. Отдай мячик. Стой. Не прячь. Найс, чел еще ульту. Все, нам просто остается отдефить, либо... Все, смотрите, они бомбят, но... Мои боты играют без эмоций. Они не будут нервничать. Блин. Они не будут бомбить, не будут сдаваться, если даже 0-5 будем лететь, и игра уже завершена. Они все равно будут стараться до конца. Пока игра не завершилась, они будут до конца играть. Их... У них там не сядет батарейка, не зависнет интернет. Есть, конечно, небольшой пинг, но... Мы проходим это. Я не знаю, народ, было ли вам это прям очень интересно или получилась какая-то фигня, но лично мне очень понравилось, реально было прикольно. И учитывая то, что теперь не нужно еще на 2 аккаунтах отдельно проходить с рандомами, все это повторять и так далее. Тут сразу на всех наградку собрали и залутали иконочки. Ну все, будем на этом подводить итоги. С вами были 3 бота от ММА. Всем удачи и всем пока. Ну, накидайте лакос, в следующий раз я коту и собаке, наверное, отдам аккаунт свой. Ну, устроить, чтобы он поиграл и со мной прошел вместе.